Друзья, приветствую вас на канале Шито-Крыто. Чтобы не сбиться с пути и вовремя получать подсказки, подпишитесь на канал. А также, знаете ли вы, что есть уютный уголок в Телеграм? Там я каждый день делюсь интересными приметами, советами и гороскопами. Ссылка под видео. В тихом уголке Болгарии жила-была женщина, чье имя до сих пор вызывает трепет и любопытство у людей по всему миру. Ванга, слепая провидица, оставила после себя наследие загадочных предсказаний, которые продолжают волновать умы даже спустя десятилетия после ее ухода. Говорят, что Ванга видела будущее, раскрывающееся перед ней как книга с пестрыми страницами. И страницы эти, если верить рассказам, полны тревожных событий и удивительных поворотов судьбы человечества. Уже совсем скоро, в 2025 году, мир начнет меняться. Ванга предрекала начало великих испытаний, которые затронут каждый уголок нашей планеты. А дальше, словно снежный ком, катящийся с горы, события будут набирать обороты. Представьте себе океаны, вздымающиеся все выше и выше, поглощающие прибрежные города к 2033 году. А затем, словно в калейдоскопе времен, мелькают картины будущего, коммунизм, охвативший весь мир, первый контакт с пришельцами, опустошительные засухи и даже межпланетные войны. Но не спешите паковать чемоданы для переезда на другую планету. По словам тех, кто верит в пророчество Ванги, у человечества еще есть время. Целое тысячелетие до того момента, когда нам придется искать новый дом среди звезд. Конечно, нельзя забывать, что все эти захватывающие предсказания – лишь отголоски слухов и легенд. Никто не может с уверенностью сказать, действительно ли Ванга предвидела все это, или это плод чьего-то богатого воображения. И все же, эти истории продолжают жить, передаваясь из уст в уста, напоминая нам о нашей общей судьбе и о том, как важно заботиться о нашем хрупком мире. Может быть, именно в этом и заключается истинная мудрость, оставленная нам слепой провидицей из Болгарии, в напоминании о том, что будущее в наших руках. И именно мы творим свою судьбу, день за днем, выбор за выбором. Жду вас завтра на канале Шито-Крыто.